Василиса отсосаила. Зачем это кому-то надо? Какое описание продукта? Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня ко мне в гости пришла несчастная Василиса Дванкова. Почему несчастная? Потому что она заболела. Я надеюсь, что вы любите звуки из носа, носовые звуки. Вы, подписчики, любят носовые звуки? Вы любите звуки из носа, когда люди делают типа того? Пишите в комментариях. Что еще ожидать от этого канала? Сегодня вместе с Василисой мы снимаем уже легендарную рубрику шоу «Угадай». Или «Сосай». Я посмотрела выпуск с Тилькой и поняла, что я буду «Сосай» гораздо больше, чем «Сосай» Тилька. «Сосай» гораздо больше? Да. Ты знаешь, если честно, то я буду очень рада, потому что обычно все, кто сюда приходит, они делают «Сосай» мне. Я сделаю тебе контент. Не будем долго томить вас приветствием. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык. Обязательно после просмотра этого видео подписывайтесь на канал Василисы. Если вы еще не видели ее контент, вы, я не знаю, в этой жизни потеряли очень много. Потому что Лиса тоже ко мне придет на какую-нибудь гораздо более жесткую штуку, чем она сегодня мне устроит. Давайте приступим. Так, ну давайте откроем. Я вообще не угадаю, 100%. Ты понимаешь, насколько они бьюти-блогеры, они просто одинаковые. Ты из одной банки налила вообще во все. Ну вот у тебя есть кисточки, ну, вот у тебя есть руки, ты можешь пользоваться и пробовать делать как хочешь. Да. Это не поможет. Смотри, у меня есть такой вариант. Раз я не могу угадать свою косметику, то, возможно, это вот эта вот баночка, потому что здесь налито поменьше. И Лиса могла из благородства, типа, пожалеть мое тональное средство и, типа, ой, я, ну, чуть-чуть накапаю, чтобы не использовать много. А здесь налито так, от души. Ага. Поэтому мой ответ – вот эта баночка. Ты знаешь, ты просто только что меня конфузила, потому что твоя логика, она хоть и странная в рамках этого канала, но она сработала, действительно. Да, да. С тональником, да, ты победила. Ну, они как бы вообще разных же цветов, но они все здесь разного цвета, конечно. Вот эта самая белая точно не моя, потому что я не настолько мертвец. Ну, короче, по цвету я вот эту выбираю, потому что это совсем такая вот метисочка. Угу. А это нормально. А теперь одну минуту. Давайте подставим это все к ее лицу. Давайте подставим этот цвет. Темноват, не я так себя ли? Так вижу. Не так ли темноват? А теперь давайте поставим ее лицо. Кажется, у кого-то проблемы. Ты понимаешь, да, что ты сделал неправильный выбор? Да. Я просто на всякий случай. Поэтому не будем долго церемониться, просто засовывай свою руку в эту коробку-коробчонку. Давай, я себя чувствую, как в ритуале, когда ты там подарок какой-то тянешь. Только здесь не подарок. Ну там тоже, как обычно, не подарок. Знаешь, хрень какая-то полная. Устроить розыгрыш. Знаешь ли, что это такое? Ты должна разыграть своим подписчикам в своем инстаграме или в своем ютубе, неважно где, какой-то косметический штук. Я хорошо выражаюсь, потому что я умею. Тебе придется пойти в магазин, купить им вот эту же самую пудру, которую ты, ну как бы, которую ты сегодня лишилась, и разыграть ее среди своих подписчиков в инстаграме. Румяшечки с надписью тролли. Как бы намекая, что тебя ждет очень-очень неприятная история. Ты как бы понимаешь, они разного цвета, но я реально не знаю, как бы, какое. Вот эти две очень похожие. Ну, нифига, нет. Нет? Чем мы узнаем вообще, узнает она по цвету своей румяна или нет? Это просто уже задания какие-то, да, вообще. Я дам ей салфетку. На свинячьей в доме у Лисы сделано. Ну, вот точно не эти. Потому что они какие-то землистые немножечко. Ну, такие немножко, будто червячок вот тут сейчас выползет. Либо вот эти, ну вот эти яркие, я что, была не в себе, что ли, такие яркие румяна покупать? Нафига? Мне что, 50 лет? Тогда можно было бы использовать свеклу. Так, ну может, конечно, эти. Ну пусть будут яренькие. Яренькие пусть будут?
Ты всегда так делаешь, когда правильно кто-то выбирает. Я посмотрела же, подготовилась. Ты всегда пытаешься сбить с толку. Яркие я выбираю. Нет? Твои наблюдения были неверны. Летуаль. Дышка, рекламу тебе. Утопить в бассейне. Вот это на самом деле, это на самом деле то, чего я ждала. Твое задание, внимательно слушайте, сейчас да. Вы офигеете. Ты приезжаешь к себе домой, угу. Ну или в какой-то бассейн, неважно. И пытаешься проплыть весь бассейн, держа румяна в одной руке. То есть ты плывешь, одна рука над водой, другая под водой и выживаешь. Если не получится, твои румяна тонут. Если получится, ты это их даже спасла. Не мои. А, вот эти твои. Господа, приступаю к гениальному заданию Лисы утопить свою пудру. Как так? Есть! Все, пудра не утопнула. Лиса немножечко прогадала. Я же спортсменка, правда, фигуристка, но лед ведь это замороженная вода, так что. Тени. Вот сейчас будет сложно. Обещаю. Но я реально надеюсь, что ты должна их сейчас угадать. Просто угадай их. Да, я давно. Я уже два раза про это. Про это, да. Про сосай сделала. Так, вот это точно не мои. И это тоже не мои. Не, ну у меня есть такой цвет в палетке, типа он, я им не пользуюсь, он дурацкий, но вот он, это он такой. Не, ну эти еще каким-то фиолетовым почему-то мне отдают, знаешь, с нотками фиолетового. Фиолетового. Где там фиолетовый? Мне так кажется, блин. Ну, давайте опять-таки по признаку того, что в этой баночке меньше. Я с этого начала, этим закончу, потому что это была самая успешная моя тактика. Я выбираю это. Василис, ты была права в начале видео, когда сказала, что ты сегодня... Че, нет? Просто спасешь меня от всего. Это нет? Прошлого моего унижения. Нет. Ты прикалываешься? Нет. Какие? Твои вот эти. Вот эти. Вот эти? Вот эти твои. А что со мной было не так, когда я их купила? Мне уже жалко становится. Так, там есть это вот какой-то бог. Да. Пакет. Есть, вот этот. Есть, есть. Это не он. Выставить на продажу. Чего вы угораете? Ты должна выставить вот эту палетку на продажу на Авито. Ты прикалываешься. Зачем это кому-то надо? Какое описание продукта? Угадай, сосай, тени. Вот так теперь выглядит мое объявление. Как видите, офигенная палетка теней от мегаблогера. Ну зачем быть скромными, правда? Я просто надеюсь, что никто не заметит, что вот здесь вот вообще закончился свет. Но это мелочь, она классная. Покупайте. В начале, до съемки видео, между прочим, сказал, что ну крем не угадать просто нереально, потому что ты же им пользуешься, ты же знаешь его и все такое прочее. Вот достань пока что его, попробуй хотя бы это сделать. Надо нюхать. Чем-то пахнет. У меня нос заложен. Здесь другая консистенция. Это похоже на студень. Мой крем не похож на студень. Можно попробовать? Можно. Я теперь тоже хочу понюхать. Она так подозрительно нюхает. У него как-то, как будто нет запаха. Нет запаха? Как будто нет запаха. Это мой. Чёрт! Чёрт! Я больше никогда не буду озвучивать то, что я думаю. Ладно. Я-то ничего не чувствую, потому что... Чёрт! Чёрт, ты победила. Вот. Это ночной пилинг. Крем для осветления кожи. Это просто мой какой-то хороший итальянский крем. И вот для пяточек? Нет, для лица. Для ноготочков. Вкусненько пахнет. Но это, конечно же, еще не все, как ты знаешь. По традиции ты получаешь еще подарки. Пакет с косметикой. Правда, пакет у меня сегодня был не очень. Юникло, класс. Вот какой есть. Давайте посмотрим. Такие подарочки, так хочу быть всем блогером.
Обидно, что Лизка ко мне на канал придет, кроме боли и унижения, ничего не ждет. Максимум, что я ее покормлю после съемок, как бы. Что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх. Напишите ваше мнение, что все-таки сделала по большей части Василиса? Угадала или то самое второе? Мне кажется, Василиса отсосаила. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Василиса доставляет удовольствие без смс и регистрации. Ну что ж, сейчас ты будешь испытывать свою судьбу. Мне жаль. Правда, жаль. Но тебе придется действовать согласно правилам игры. Мам, прости, я реально сейчас поеду в клинику и куплю тебе новый тональный крем.